Всем привет, дорогие зрители, уважаемые подписчики. Я рад вас приветствовать на канале Rodriguez Games. Мы сегодня будем, проходить задание, которое мы проходили в прошлый раз. Встретиться с Йеннифер на месте магического катаклизма. Магический катаклизм опустошил значительную часть Ардскеллиган. И Йеннифер предположила, что случившееся могло быть связано с Цири. Итак, Геральт и чародейка с волосами цвета вороного крыла отправились в Искалеченный лес, дабы поискать следы своей прежней подопечной. Ну а также на карте много разных и других. Вот он, этот кадр опять. Ты нам встречаешься, дружище. Смотрите, он у нас смотрит, еще пританцовывает. Как ты так ходишь вообще, не понимаю. Это особая техника, которая обучает грузчиков вообще в разных локациях Ведьмака. В разных локациях Ведьмака. Кстати, заданий здесь нам по дороге очень много встречается разных всяких. Я хочу уже поскорее посмотреть этот мир. Именно вот эту локацию. Посмотрите, здесь совершенно другая природа. Другая природа. Оба. Что такое? Не понял я. Что это было? Так. Окей, идем дальше. Так, это что, внизу где-то, да? Странно. Пожалеешь, что тебя мать родила. Военнопленный. Они работают, да? Сейчас я окончу твои страдания. Интересно. Я не хочу на плотве ехать, чтобы получше осмотреться. Здесь мелодия классная тоже. Такой подает. А, здесь мы были, я помню, да. Создает атмосферу в игре, мелодия очень здорово. Приятно играть. А вон там какие-то... У нас какая-то опасность. Давайте с кем-нибудь побьемся. Мы уже давно ни с кем не бились. А, кто там, волки, что ли? Белый волк? Ну, не знаю, давайте с волками побьемся. Посмотрим, как они. Ух ты, гады, а! Смотрите, со стаей клещемся. Да, неплохо. Геральт? Геральт? Угу. Опасные твари, смотрите, нам помогает. Так, еще кто-то у нас есть, да? Вы расстроили стражу. Что за фигня? В смысле, расстроил стражу? Чем? Чем я ее расстроил? Ну, побили слегка. Убили белых медведей. Ой, господи, волков этих. Они расстроились. Идем дальше. Давайте часочек помедитируем. В принципе, волки были 15 уровня. Так, это кто? Классная дымка такая легкая. Здорово. Здесь пасутся козочки. Горные козы, да? Я слышу где-то водопад. Вау. Очень красиво. А там река. Здесь даже ничего говорить не нужно, здесь просто нужно наслаждаться этой игрой. Так, вон там какая-то локация. Ну, мы туда не пойдем. А вообще, нам нужно, подождите, куда? Просто пошли погулять, да?
Нам далековато нужно двигаться. Я думаю, мы сейчас сядем на плотву. Пробежались немножко, осмотрелись нормально. Сейчас можно и проехаться. Так, там какая-то у нас интересная то ли крепость, то ли застава. О, солнышко выглянуло. И лес сразу стал другим. Вот посмотрите. Вау, дикий табун лошадей. Смотрите, дикие лошади. Табун целый. Классно. Нет, это реально круто. Вот сейчас мне этот момент напоминает, вот эта горная скала, напоминает Far Cry 4, который мы тоже проходили на канале. Оба, что такое? 26 уровень, там какой-то, какая-то тварь. Нет, мы с ней связываться не будем, потому что это, возможно, будет по сюжету. Так, здесь деревушечка, коровы пасутся в загонах. Опасно здесь, буквально в 50-100 метрах. Какая-то тварь, не пойми кто, я даже не успел разглядеть, там что-то 26 уровня, что-то невероятно ужасное. Так, давайте мы торговцу, может, что-нибудь продадим ему? У меня там есть топор, по-моему, не нужно совершенно. Приветствую. Что хочешь купить? Да я тебе продать хочу в основном. Давай посмотрим, что у тебя есть. Так, одинокий мир путеводителя по Артскеллигу. Я это покупаю. Это я люблю. Пусть оно у меня будет. Так, надеюсь... А, блин, у меня же это уже было. Ну ладно. Давай тебе что-нибудь продадим. Вообще, лучше, конечно, мечнику это все дело продать. Что у меня накопилось? Да, ладно. Бывает. По сути, зря я у него купил это, все эти вещи. Ну, в принципе, у нас с деньгами нормально сейчас. Как дела у нас? 13 500. Я так наслаждаюсь этой природой, что вот в этом Ведьмаке мы видим, что даже уже подзабыл, что... А что это такое здесь? Стой. Что-то я не то нажал. Не понял. Записки странствующего купца, небольшой ключ от сундука, яблоко. Какое-то задание. Мы получили какое-то задание. Так, нет, давайте посмотрим все-таки инвентарь. Записки странствующего купца. Да будет благословленная великая мать Фрея. Говорили, что дороги стали опасны, что дьяволы морские поджидают каждого, кто путешествует в одиночку, что под каждым деревом притаился бандит, и что я никогда не вернусь живым из путешествия. Но я принес Фрей в жертву Ярочку, надел амулет из сокольных перьев, и вот почти весь остров объехал, ничего со мной не случилось. Даже меча из ножен вынимать не пришлось. А к тому же я такие дела провернул, что сундук так и ломится от серебра и прочих ценностей. У меня аж в спине хрустнуло, когда я его на телегу поднимал. Если все пойдет хорошо, то к заходу солнца я буду уже дома. Надо будет богине жертву принести за опеку. Хвала Фрея. Задание Хвала Фрея. Давайте посмотрим, где она. Может, что-то мы сейчас что-нибудь найдем интересное. Хвала. Это что, ведьмачье задание? Ну, это не может быть ведьмачьим заказом. Охот за сокровищами, скорее всего. Вот Хвала Фрея. Найти сундук с сокровищами, используя ведьмачье чутье. Подождите, а где он? Может быть, где-то он здесь? Рядышком? Да, это совсем рядом. Походу, это все в воде дело нужно будет. Ну окей, понеслась. Болотники.
еще те сорванцы. Ач, смачно. Оч, да, хорошо. Мне нравится, когда он рубит их пополам. Так, язык утопца. Там еще кто-то у нас остался, наверное, живой. Валяется. Не, кто там у нас? О-о-о-о-о! Это что за хрень? Это белый медведь? 16 уровня. Геральт. Давай. Вот это мы его отоварили. Свободен, Мишка. Шкура белого медведя. Мне здесь нравится, мне реально здесь нравится. Очень круто. Так, а там наверняка будут, наверное, под водой кто-то, какие-то нехорошие. Утопцы? Почему-то мне так кажется. Так, где сундук? Сундучок. А, вон он. Все, плывем. Золотое ожерелье с жемчугом, золотая шкатулка, фигурка. Отлично. И меч. Ну, вообще здорово. Давай, Геральт, всплывай. Окунулись уже здесь, поплавали, нашли сундучок с сокровищами. Я сейчас посмотрю меч. Для меня интересен меч. Но он похуже нашего, потому что вот у меня следующий, который я буду... я починю, когда найду кузнеца, и мы будем использовать этот меч. Слава Севера. Стальное оружие хорошее такое. А этот тоже, в принципе, неплохой, но мы его продадим. Мы его можем преспокойно продать. Я здесь буду по пути травки собирать разные, потому что здесь может какие-то нам пригодится для дальнейших каких-то апгрейдов. Так, куда-то я забрел опять. Я пошел не по плану, я пошел опять куда-то. Не знаю, интересная хижина. Я потом на карте это не найду, так что мне придется осмотреть. Скелет обглодан дочисто, но при нем что-то есть. Ниточка за иголочкой. Новое задание. Друзья, мы свернули буквально там на 50 метров. И опять новое задание еще какое-то. А, здесь карта, таинственная карта. Так, я пока местность плохо знаю. По-моему, мы проезжали водопад. И что-то здесь как-то непонятно, ничего нарисовано вообще. Вот это, наверное, крестик. Не знаю. Это тоже за охота за сокровищем? Ниточка за иголочкой. Идти по карте и найти сокровище. Где они? Ну, я не знаю. А, вот. Нет, это у нас по заданию. А сокровища на карте пока я не знаю, друзья. Вообще-то, конечно, все очень интересно. Прикольно так вот. Раз. И что-то мы нашли, какую-то карту. Ее можно...
Что это такое? Что за крики? Что там за крики? Призрак? Откуда ты взялся, призрак, а? Ну иди сюда, призрак ты. 7-го уровня. 7-го уровня. Я не знаю вообще, самоубийца на нас нападать. 7-го уровня. Так, может что-то еще возле лошади есть? Не, пустую бутылку мы брать не будем. Едем к Йеннифер. Я по пути нашел сокровище, потом еще одну карту сокровищ, которую мы сейчас, наверное, я не знаю, я чуть получше изучу карту, чтобы я мог ориентироваться хотя бы, в какую сторону хотя бы мне ехать. А то я так не понимаю. Там на карте не очень хорошо показано. Надо всматриваться, она еще такая мелкая. Это что такое? Ага. 20 уровня. Это уже серьезно. Это серьезные твари. Ты смотри, что они делают, а? Геральт, уходим! Походу мы не выдержим. У меня... Что со мной происходит, а? Не, надо сваливать однозначно. Просто однозначно. Эндригада... Как там их называют? Трутень какой-то. Уходим, уходим, Геральт. Ты смотри, что здесь происходит, а? Там еще твари. Блин. Ни хрена себе. Я дохну. Фу. Вот это да. Вот это да. Не, мы еще не готовы пока на такой уровень. Мы сами 20 уровня. А там... там где-то 4 было 20-го. И еще вон той степи. Плотва. Мы только здесь проскачем быстренько. Давай. Не вывезем, не вывезем пока. Очень тяжело было. Так, окольными тропами движемся мы. Йеннифер. Лагерь друидов. Вот мы и приехали. О, добрался я до вас. Ты изнурён, да? Может, и так. Но у меня есть причина. Я тоже очень люблю цирк. Ты отлично об этом знаешь. Но маска Ураборуса — это не игрушка. Ты представляешь, к чему приведет ее использование? Нет, и ты тоже. Так что прекрати панику. Вас слышно на другом конце острова. И очень хорошо. Пусть весь Скеллиге узнает, что Йеннифер из Венгерберга простая воровка. Возьми себя в руки, друид. Я ничего не украла. Я одолжила у тебя вещь и собираюсь ее вернуть. Какое великодушие! Беда в том, что маску можно использовать только один раз. Не говоря о том, что ты рискуешь похоронить нас заживо. Нас и все острова. Хранить? О чем ты? Она тебе не сказала? Этого следовало ожидать. Согласно легенде, Ураборос создал маску, когда Ревнивое море поглотило его возлюбленную. Ураборос не мог смириться с тем, что не увидит своей избранницы, и выковал маску, которая позволяет заглянуть в прошлое. Однако он знал, что сможет использовать ее лишь раз. И ждал,
когда тоска его станет невыносимой. Узнав о маске, море рассвирепело и поклялось, что любой, кто использует маску, навлечет на себя его гнев. Волны зальют сушу и утопят живущих. Откуда у тебя эта маска? Моряки из клана Димун выловили ее недалеко от бездны Ньорта. И почему ты так уверен, что она настоящая? Именно так ее описывают мифы. Ты так веришь мифам? Только невежды преуменьшают их значение. И речь не о мифах, а о краже. Кража это или нет, но крах дал нам свободу действий. Во-первых, может, это и его остров, но именно друиды следят за тем, чтобы здесь не укрепилась чужая магия. Во-вторых, после катаклизма он сам попросил нас о помощи и поручил нам заботу об этом месте. В-третьих, что? Что это? Нет, Йеннефер использовала маску. Надо нейтрализовать маску. Ох, Йеннефер, Йеннефер, а. Не имется ей все. Вот какая-то она... Реально. Нетерпеливая. Что творит, а? Идти в бой плечом к плечу с ведьмаком. Что сейчас будет, а? Вау, что там? Что там происходит? Походу, мне нужно туда двигаться. Ну что, паскуда? Что это было? Единороги. Ед, чтоб тебя... Я понимаю, что это туманники. Только откуда они здесь взялись? Их притянула сила маски. Мышавур говорит, что маска может вызвать стихийное бедствие. Тогда хорошо, что он здесь. Он сможет сразу приступить к ликвидации последствий. Он тебе этого не простит. Я как-нибудь переживу. И что теперь? Маска откроет прошлое, но только в определенных местах. Там, где событие оставило сильный магический след. Держи. Мне ее надеть? Да, а я наложу заклятие, которое позволит мне видеть твоими глазами. Ты собираешься читать мои мысли? Ты что-то имеешь против? Все равно ты постоянно этим занимаешься. Значит, ничего страшного, правда? Пойдем. Первое место я уже нашла. Так, у вас новый предмет для задания. Подготовьте его к использованию, разместите соответствующие ячейки в окне рюкзака, а затем выберите его вместе... А, в меню быстрого доступа. Хорошо. Так, давай попробуем. Где у нас метамаска? Маска, маска. А, так она у нас уже есть. Метамаска. Да, интересно. Что дальше? Идем за Йеннефер. Что мне делать? Не снимай маску, пока мы не увидим всего. И не отходи. Радиус телепатии весьма ограничен. Что это? Портал? Из него вышли двое.
Женщина эта Цири. Откуда ты знаешь? Она двигалась, как ведьмак. Похоже, они пошли туда. Идем, попробуем найти следующее место. Так, задание, давай почитаем. Так, Эка, пойти за Йеннифер. Пока ничего. Интересно. Давай, веди меня. Надень маску. Берегись! Что это было? Нечто вроде магического взрыва. Настолько сильного, что опасны были даже его отголоски. Думаю, он и уничтожил нас. Но с Цири и ее спутником ничего не случилось. Я видел, как они убегали. Сейчас узнаем, куда. Не нравится мне это место. Ну да. Тоже. Если кто-то оказался здесь во время катаклизма, шансов, что он выжил, немного. Я понимаю, о чем ты. Но не беспокойся. Цири может о себе позаботиться. Ну-ка, готов? Используй маску. За Цири вернулись, видишь? Кажется, он ранил ее. Но она сбежала. Снова через портал. Знаешь, куда? Магический след ведет в Велен. Ты сможешь понять, куда делся спутник Цири? Его портал должен быть рядом. Попробую его найти. Идем. Как все запутано. Да, погодка, конечно, мерзкая. Красивый бой. Один оттолкнул другого ударом мощной магии и бежал через портал. Чародей? Скорее всего. Это спутник Цири и тот, кто ее ранил. Откуда ты знаешь? Я предполагаю, оба были в предыдущих видениях. У Цири сильный союзник. Ты знаешь, куда бежал чародей, который был с Цири? Его след тоже ведет в Велен. Но координаты выхода отличаются. Должно быть, взрыв сбил его телепортацию. Может, это стечение обстоятельств, но когда я был в Велене, я встретил Кейру Мец. Она говорила, что к ней заходил чародей, который искал Цири. Не удивлюсь, если это тот самый. Кем бы он ни был, история становится все интересней. Может, от того, в кого прилетело заклинание, что-то осталось? Распогодилось. Наверное, Машавур поработал. И теперь он снова придет нам мешать. Ну что, вы довольны собой? Вы посмотрите, что вы натворили! Посмотрим, что на это скажет Крах. Спокойно. Буря утихла, ты контролируешь ситуацию. Пока. А что будет через неделю или две? Прекрати истерику. Вот тебе твоя маска. Теперь она годится разве что на пепельницу. От нее больше не будет никакой пользы. Вы хоть что-нибудь узнали? О, да. Я разговариваю с Геральтом. С тобой я потом разберусь. Ну так что? Похоже, здесь было наложено мощное проклятие. Весьма правдоподобно, учитывая то, что стало с лесом. И кого прокляли? Мы пока не знаем, но Цири точно была здесь. Она вышла из портала, и с ней был маг. Их преследовали. Дело дошло до стычки. Цири была ранена, но бежала. Куда? В Велен, скорее всего. Чародей открыл ей портал, а потом расправился с нападавшим. И это все? Здесь может быть что-то интересное. Надо осмотреть еще один след. Он улетел куда-то туда. Под деревом что-то есть. Ты не могла бы... Сейчас.
Ого-го! Неплохо, неплохо. Она умеет. На оружии нет ни крови, ни зарубок. Спутник Цири его... Как вы это называете? Дезинтегрировал. Замечательные латы. Но я не узнаю мастера. Я не могу сказать даже, откуда они. Наверное, потому что они принадлежали всаднику дикой охоты. Что? Значит, это дикая охота. Как я и боялся. Сначала здесь, потом на Хиндарсфляле. Что им нужно? Они ищут Цири. Но зачем? В жилах Цири течет старшая кровь. Ее род действительно идет от самой Лары Дорн. И у женщин этой линии всегда были необычайные способности. Но неужели это настолько важно? Цири — исключение. Она путешествует в пространстве. Здесь и в иных мирах. Расстояние не преграда для нее. И поэтому дикая охота так хочет ее настичь. Значит, дикая охота появлялась на Хиндарсфьяле. Это было недели через две после того, как здесь, на Артскеллиге, случился катаклизм. Призраки напали на Лафотон в темноте во время снежной бури. А снежные бури для этого времени года явление само по себе странное. Люди говорили, что призрачные всадники врывались в хаты, убивали тех, кто пытался сопротивляться. Потом они умчались вглубь острова, и все слышали их жуткий смех. Кто-нибудь выжил? С десяток женщин и один старец. Следующая остановка — Хиндарсфьяль. Я буду ждать тебя на берегу у Лафотона. Ну, не знаю, встретимся на месте, пойдем вместе сейчас. Подожди, может, отправимся туда вместе, прямо сейчас? Ты ведь не выносишь телепортов. От эликсиров я тоже не в восторге, но ю их, если надо. И если не надо. Ну, в путь. Подойди ко мне. Ух ты, интересно. Телепортнемся. Дайте знать, если вдруг что-то найдете. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотон где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. А, похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Так, подождите, мы где сейчас? Опа, 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 опа. Не понял. Мы на острове? Там нужно найти быстрое перемещение, чтобы мы могли без Йеннифер обратно вернуться. Все начали, а вот уже лежат в земле. Я живой, и ничего-то со мной не сделалось. А что, если трус говорит правду? Может, если он нас не оставил, просто... Хватит, я не буду о нем говорить. Он был мне названным братом. Мы на том дракаре сидели плечом к плечу, вместе черных... Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. А, сестры, не терпится простите, ей. Что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу в ладье из ногтей мертвецов, как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо.
Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не раны бередить. Хватит! Что случилось потом? Ну, не знаю даже. Йен, оставь ее. Ты не понимаешь. Если мы узнаем, куда... Понимаю. И все же перестань. Ты прав. Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такое не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят. Запомнила еще что-нибудь, хоть что-то? Она выглядела усталой, очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Трус! Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот трус, имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу сражаться с Моркваргом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречие. В этом все и дело. Убив Моркварга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами и прошу от вас того же. И где эта священная роща? Недалеко. К северу отсюда. Раньше мы выращивали там лечебные травы. А теперь? Теперь можно подойти только к дереву, которое посадила сама богиня. Туда мы приносим наши дары и просьбы. А те, кто спускаются ниже, остаются в роще навсегда. Моркварг? Что это? Скорее, кто? Самый гнусный человек из всех, что знал Скеллиги. Для него не было ничего святого. Он нападал на земли собственного клана. Брал золото от Нильфгарда. Убивал беременных. Детей. Я таких знаю. Говорили, что боится он одного. Гнева богов. И Моркварг решил доказать, как сильно все ошибаются. И приплыл на Хиндарсвьяль, чтобы ограбить рощу богини. Это было больше 10 лет назад. Верховная жрица Ульвы стала у него на пути. Он вонзил ей нож между ребрами и бросил в грязь. Перед смертью жрица наложила на него проклятие, и Моркварг превратился в чудовище. Проклятие, чудовище. Кажется, для тебя здесь найдется работа. Я не собирался брать здесь работу. Не думаю, чтобы для Моркварга это имело какое-то значение. У чудовищ ненормированный рабочий день. Если он сам подвернется мне под меч, я им займусь. Но только в этом случае. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейе. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов.
Так, убийца. Пропал человек, задание появилось, дополнительное задание. Так, давайте почитаем, что оно значит. Ого, так, хотя Мушавур был, мягко говоря, не в восторге от своеволия Йеннифер и Геральда. В конце концов, они похитили и осквернили древнейший артефакт. Так, ну это я читать пока не буду, здесь у нас рассказывается дальше, что у нас будет дальше впереди. Это нам будет интереснее самим посмотреть. Так, а как же там называлось-то задание-то у нас? Так. Избранник богов? Нет. Владыка Онвик, сердце леса. Ладно, то есть у нас задание сейчас найти рощу Фрей, куда направился трус. Интересный момент. Ладно, здесь у нас деревушка. Я, наверное, здесь не буду тусоваться слишком много. В плане того, что заходить в дома и что-то брать, я здесь точно не буду этого делать. Очень классно, что здесь есть перемещение быстрое, что мы вернуться можем сюда в любое время. Так, где у нас Йеннифер? Пошли. Боюсь, след уже остыл. Даже если трус умер, мы что-нибудь придумаем. Эй, Геральт, вернись! Что такое? Ты куда? Что, например? Придет время, увидишь. Могла бы иногда быть помягче. Могла бы. Но ведь такую ты меня и любишь, правда? Оба! Смотрите, сокровище под охраной. Здесь у нас какое-то чудовище. Стоять. Ну ты, Геральт, вообще жесть. Я вообще иногда не понимаю, почему он с кулака валит, а? Когда у него есть два меча за спиной. Зачем? Так, мы победили какую-то тварь. Ремонтный набор, чертеж, перчатки, доспехи риданского арбалетчика, штаны убийцы, масло, волчья шкура и флороны. Здорово, здорово. Доспехи нашли. Чудовище замочили. Давайте посмотрим, какие доспехи достойные, нет? Да, весьма. Весьма достойные. Штанцы и штаны тоже. Хорошие. Ну что ж, не зря мы ходили, не зря. А, друзья, мы продолжим, наверное, следующие серии, потому что эта серия у нас уже слишком длинная становится. Я думаю, найдем мы рощу Фрей, куда направился трус, вместе с Йеннифер. Так, я сейчас куда-нибудь выйду. На дорожку. Где наша Йеннифер? Ну, я отвечу на следующей серии. Она где-то здесь должна быть. Она где-то здесь. Она со мной не пошла, что ли, получается? Ну ладно. Я думаю, мы увидим в следующей серии. Все-таки мы должны двигаться-то вместе. Я вам желаю хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И впереди развиваются интереснейшие события. Чем и закончится эта история, мы увидим в другой раз. До новых встреч. Всем пока-пока.